Ребята, я не столько глава администрации муниципального округа сегодня, сколько председатель призывной комиссии района Нагатино-Садовники. И со многими из вас через 3-4 года, надеюсь, встретиться на призывной комиссии для того, чтобы вы с честью, гордостью, с желанием отправились в вооруженные силы Российской Федерации. С 1 апреля по 15 июля идет весенний призыв в ряды вооруженных сил. Я надеюсь, что сегодняшняя игра, сегодняшние соревнования помогут вам хотя бы чуть-чуть подготовиться к будущей армейской жизни, проверить себя. Надеюсь, сегодня вы будете смелыми, сильными, ловкими. У вас замечательная группа поддержки, у вас замечательные болельщики. Но по окончании мероприятия вас ждут призы и обязательно каша из полевой кухни.